Дема со своей сестричкой двоюродной, с Юрочкой. Мы втроем приехали. Мы нашли тут детскую площадку, но она вот такая вот. Сейчас будем ее исследовать. Наплавались Демкой. Он такой смешной. Закутала его. Сейчас идем на обед. Потом он поспит. Вот, а там в город поедем. Лебеди. Дема говорит, что это змея. И чайник принесли. Ой, смотри, Юль, что нам еще принесли. Плательную доску с утюгом. И мужчина. Почти мужчина, утюг, мужчина. Так, нас кормят отдельно. Вот, это нас кормят. Видите, она сама путешествие. Она устроит. Нет, не ужин. Все как надо. Дема доволен, да, Дем? Так, тут у нас курица. А, ну круто. Нам все на... Да, это прикольно, очень удобно. Креветки. Да, у нас креветками угощают. Это, знаете как, хорошо, когда ты блогер. Я теперь нахожу плюс. А кто это тебе подарил? Это ты, а это мне мать. Я не могу. Не знаешь, да, как зовут? Я, кстати, тоже не помню. Ахмед, да. Это менеджер отеля. Отвезли нас в магазин. Ой. Опа. Мы купили здесь, ну, в общем, в холодильнике бананов и кашу растворимую, детскую. Пошли, идем. Чтобы можно было на завтрак идем покормить. То есть они максимум сделали все для того, чтобы мы не жаловались, что нам тут плохо. Вот. Ну, в общем, как-то так. Фрукты. Не фрукты, а фрукты. Апельсин. Нам в номер принесли еще фрукты. Фрукты. Яблоко. Персики принесли. Боже, я люблю просто персики. Да. Еще нас отвезли в мечеть и, ну, в общем, такую экскурсию еще сделали. В общем, все для того, чтобы мы остались довольны, да, и здесь, чтобы мы остались и не меняли отель. Горе мать, 9 вечера, а у нее ребенок не спит. Да, Дема? И ест вообще мороженое. Да? Ладно, у меня есть уважительная причина. Я встретилась с ребятами из Киева. Вот. Это ж надо было, в Киеве не видимся, зато в Шарме увиделись. Так всегда бывает, да. Я согласна, так всегда, если честно. Желательно в странах разных. Может быть, даже в разных континентах. Я хотела бы... Ну, меня приглашали, кстати. Подписчица моя. Вот напиши мне, пожалуйста, в комментарии. Она мне написала, говорит, Анечка, приезжай в Тбилиси. Говорит, да, с детками. Там, говорит, я буду там в гостинице недалеко от тебя, ну, потому что дети одного возраста, чтобы было, ну, интересно гулять. Она, никакой гостиницы, ты что, ни о чем не думай, у нас большой дом. И я такая думаю, вау, но очень детей без очень приятно. вставляю фен в розетку и так шандарахну. Знаешь, ну, мне как бы было несколько раз в жизни, когда, ну, типа, током, знаешь, чуть-чуть шибануло. А тут, во-первых, звук такой, туш, знаешь, ну, прям удар. У меня шибка потом, реально очень стрёмно было. И мама, соседних родителей живут. А мы слышим, что-то, типа, бухнуло, упало, и ты закричала. Ну, мы поняли, типа, ты не плакала, знаешь, я говорю, а если бы я умерла, я бы тоже не плакала, ну как бы. Зато страховку бы выплатили. Да, у меня страховка нормальная, кстати. Это, короче, штука от комаров. Электрошокер такой. Не можно. Можно? Ну хорошо, подойди к Андрею, скажи, дай мне, пожалуйста. Только не нажимай кнопки тогда. Он тяжелый? Нажимаешь на кнопку, тогда он растет. Комаров. Если да, если комарик. Ищи подает, да. Это такая охранники. Ну, проверяем, как работает. Комарок. Вот, летает и все. Классная игрушка, прикольная. Я понял, как она работает. И доброе утро. Дойдем. Я хочу вам показать, чем я буду кормить малого. Вот такая вот каша, вчера купили в магазине Nestlé. Она с рисом, то есть демки можно, потому что дема аллергия, и из-за этого ему не все можно. Ему эту кашу, и у нас тут есть фрукты. Я вот возьму банан и персик, и ему сделаю эту кашу из банана с персиком. Да, еще, да, у нас есть еще клубника. Я Демке вчера давала. Хорошо, малыш, я вчера давала ему клубнику, и все нормально. Не сыпь. А теперь ты попробуй. Я попробую, хорошо, давай. Так, это крутить. Мы приехали на пляж. Здесь он для деток, в принципе, неплохой. Здесь можно поиграть на траве, побультыхаться, побультыхать. А взрослым поплавать вот там, вот в Кипре. Все ныряют. Я могу, потому что оставлю Юлю, скажу, все-таки искупаюсь, там поплаваю. Взяла ему лопатку, ведерко, ну, чтобы поиграть. Было бы неплохо, конечно, еще брать с собой. Можно купить здесь, что я и сделаю. Маленький такой бассейн. Набрать морской воды, чтобы она нагревалась. И чтобы он плескался именно с морской водой, но в бассейне. Вот. Но вода довольно теплая. Банально, но очень мило, когда делают всякие фигурки из полотенец. И детям забава. Дима продолжает украшать. Вернулись после моря. Блин, ну после моря такое ощущение, что хочется прям отдыхать. После отдыха нужен еще отдых. Чтобы она развернулась, у нее вот эти вот колеса так вот крутятся. То есть радиоуправление, но необычное. Дим, а ну давай включим, покажем, как работает. Давай. Давай, включай. И она музыкальная, поэтому играть с ней лучше на улице, потому что дома такой шум. Да, вот видите, это чтобы развернуть, чтобы он куда-то поехал, надо... Бам! Я не успеваю. We'll be right back. Молодцы! А купальники у девочек, а у мужчин что? У мужчин лапки, Демид. Я Демиду только что купила маленький бассейн, поднимайся, и шузики. У нас дома где-то такие были, только другого цвета, но я их с собой не взяла. И теперь жалею, потому что он вчера, когда мы были на пляже, он жаловался, что ему песок колет, камушки, и в общем, из этого... Ну, не совсем ему было комфортно. А сейчас вот $3 и счастье ребенку, и $9 в бассейн. Вот, поторговались, нам уступили всего лишь $1. За $12 у нас теперь будет лягушатник и спокойные ножки. Ну что, недалеко от отеля, чуть ниже нашего отеля. Нас, кстати, сюда привез... Как он говорит, что он хозяин, я думала, что он менеджер. Вот. Я как бы не могу понять, то ли он за счет того, что я подняла кипиш, нас везде возит, то ли он в кавалер набивает. И он привез нас на пляж. Здесь детская площадка есть, здесь коктейли, хорошая музыка. Единственное, что для деток не очень хорошо, но мы с бассейном воду ему набрали. Она нагрелась, и он плескается себе. В общем, нормально. Завтра он сказал, что отвезет нас на какой-то другой пляж. То есть, что я хочу сказать? Хочу сказать, что, в принципе, если выбираете отель, то выбирайте сразу хороший. Тёмка побежал на площадку. Вот вход на пляж. Туда на площадку. Больше нельзя. Больше нельзя. Ну, ты же уже был на площадке. И вот пляж. Здесь ресторанчик такой неплохой очень даже. Мне очень нравится этот пляж. Единственное, что сейчас я вам покажу, заход в море. Для взрослых вообще замечательно, для деток, конечно, не очень хорошо, но мне показали, где можно и с детками. Сейчас я вам покажу. Для Демы мы нашли выход, это бассейн, вода очень быстро нагрелась, и надо брать свои полотенца, то есть все остальное входит, но полотенца надо брать свои. И сейчас покажу вход в море. Вот так вот, все ныряют, там можно по лесенке спуститься и можно прыгать, кто как хочет. Сейчас покажу, как можно для деток найти выход на этом пляже. Деток тут очень мало, в основном взрослые, людей немного, это плюс. Вот. И вот есть еще одна лестница, и для деток здесь можно плескаться, отдыхать. Но желательно иметь обувь, я показывала на Демке уже. Специальная обувь, она продается здесь, можно привезти с собой, конечно, а можно купить здесь, стоит $3. И вот такой вот выход для детворы. Вот. Очень много. Дана, помаши. Встретились с Даной, и у нас тут дети, полная машина детворы. Да, едем сейчас в кафешку, куда нам показывает местные достопримечательности. Вот, выбрались. И вопрос такой, чем накормить детей? Дима говорит, блинчики. Я говорю, какие нафиг блинчики? Это не та страна. Ну, пицца есть везде. Да, так что сейчас будем в поисках пиццы. Хотя бы пиццу. Он сегодня ел лепешки. Такое нормально. Лепешки ел с этим. творожная такая масса соленая с перцем и помидорами. Вкусно. Ну, я ему помогала. Самое интересное, его не сыпет. Он тут ест почти все. Ну, так я потихоньку даю и смотрю, вообще не сыпет. Поэтому, думаю, наверное, у него не аллергия, а просто была подорвана поджелудочная именно антибиотик. Аллергия на холод. На холод, кстати, как вариант. Зиму. Надо переезжать. Она затянулась просто. Не надо переезжать, почему? Потому что тут блинчиков нет. Мы тут кавалера нашли. Да. Маме. Да. А, который владелец а-ля? А-ля отеля, который я плююсь. Так, слушай. Перееду, короче, и буду всегда в тепле, аллергия пройдет. Раз он владелец, так там должен какой-то VIP-номер дать, я не знаю. Кстати, да, почему не дал? Надо поднять этот вопрос. Дана привезла, смотрите, какое атмосферное место. Сейчас пойдем, ждем. Вообще очень тут прикольно. Надо сделать такое. Фотку в Инстаграм. Я уже падаю. Не падаешь, мама тебя держит. Не могу тебя быстрее. Смотрите, как прикольно. Классно. Курица надо открывать меню. Это не меню, да? Да. Что? Лимонад нельзя. Можно тебе лимонад? Лимонад можно. Ты же зайчик, Госи. А тебе? Тоже лимонад? Да. Тут есть, короче, вкусняшки такие, типа фрукты с йогуртом. Как ни странно, но очень вкусно. Оно прям такой десерт. Йогурт такой натуральный, вкусный. И с мороженым. Мне можно пищу? Тебе можно. Ты, наверное, наелся, Йосик, да? Хочешь тоже? А как младший? Йонис. 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 Класс. Как я, Доминика и Демид. 10 месяцев выше. Мы с Даной виделись в том году, а когда ты беременна. Сейчас уже все слышу. Тут очень круто. Я если в следующий раз прилечу в Шарм, обязательно посещать это место. Очень круто. Как это называется? Фарша. Фарша это вот эти вот овощи, вот эти гранаты, вот это есть. Мы едем на пляж, ехать минут 10 минут. Нет. Ему все равно, ухожу, я не ухожу. Ну все, пока, я ухожу. Нет, не помогает. Он говорит, хорошо, уходи, сам воду идет. До этого воду боялся. Ну, если вы меня смотрите, вы знаете, куда бы мы ни приехали, там, на Егор, на море. Он, кстати, за границу второй раз, да. В том году был, или в этом году. А на Черном море, то есть у нас в Украине, нет, вот ни в какую, не хочу. А тут вода просто еще теплая. Хотя мы были когда на Азовском, вода тоже была теплая, все равно боялся. Демид этот на банане катается. Ахмед попросил. Вот они же детей любят вообще. На банане Демид Ему нравится именно взрослый бассейн. Детский говорит, не алло. Конечно, лучше в море. В море он прям вообще не вылазит. И вода в море теплее, чем в бассейне, представь. Ну, может быть, такая же. И вот как вообще? Я взяла с собой книгу. Вы думаете, я ее хоть раз открыла? Нет. Мама, я хочу книгу. Мама, я хочу, да, мама, хочу, да, мама. Давай еще! Нет, я не буду. Он мне все ноги обцарапал своей обувью. Да. Я не буду. Давай. Просто когда в детском, оно проще, легче. Просто сложнее его ловить. Что ли? Да. Может, не надо? Я такая, тяжелый день, и ты меня фоткаешь. Я снимаю видео для ютуба. Аня, ну что ты делаешь? Аня, ну что ты делаешь? Мы встретились с Даной опять. Вот. Там малышонок спит, маленький. Дема опять полез туда, только что прикусил себе язык или губу, в общем, что-то прикусил, все равно полез. Вот. Здесь никого нету. Такое ощущение, что город вымер. Да, а Дана говорит то, что люди тут вообще просыпаются и выходят в кафе после 8, да? После 8? Да. Как принц на балкончике. Да, у него на футболке, это кабанчиком футболка. Принц на белом коне. Вместе покататься, но мама ж не полезет на горку, Дем. Алло. Дема самый маленький. Детка почти по 5, Дем не 3,5. Весело. У нас тут, видите, как коляски. Сейчас Катя куда-то пошла. Малышом. Йосик, это было красочно. С девкой вержом. Короче, мамы играют в крокодила. Мама и конфетки. А ты когда будешь с деткой? Маленький караончик. Когда ты будешь там с деткой? Юль, большой фараончик. Ну ты такая черненькая уже. Да, загорела? Да. Я сгорела. Вот такая финишная. Да, вот мы, наверное, самое классное, что мы в, это как раз финиш перед, да, нашим, да. Свежачок, отъездом. Загар такой просто супер будет. Так а что это за, это пляж или остров, что это? Это остров. Мохаммед. Там нету никакой практически растительности, но там, если хотите, там есть эти мангровые деревья. Они интересны тем, что они растут прямо в морской воде. Там только они так начали. Я смотрю, но там красиво. Ну, красиво чем? Там очень красиво, ну, как бы чистые, ну, бескрайние пляжи, получается. Это дикое. Да, там песок. Ага. Вот, там есть и кораллы, но можно, но для детей прикольно, потому что ты купаешься в таком белом, таком чистеньком, хорошем песочке. Без тапочек там. И там бедуины, у них есть свои тенты, и они очень вкусно кормят. Да. Класс. Курица такая у них, курица, рыба, вкусная на гриле, очень большие порции. Да, я уже сколько, дня два, я жду, пока в отеле будет рыба. Нету, я так хочу рыбу. Ну, слушай, мы можем пойти в прикольный рестик покушать рыбу. Ну, так мне он, блин, малого спать укладывать. Не, ну не сегодня. А те, что, когда вы улетаете? Послезавтра. Можем завтра вечером. Ну, посмотрите, если вам там рыба. Там они последний раз, по-моему, что делали? По-моему, тунец они готовили. Ну, вот если там что-то там нет, то можем вечером поехать в рестик. Яйца, ванилин и мед. Как бы все. Смотрите, печенье египетское в составе нет яшек. Да. Да, и в этом тоже нет. Вот это. И цена очень приятная. Да. 10 лево, кстати, тут фиксированные цены. Последний, ты написала крайний. В Инстаграме написала крайний день в Шарме. На самом деле я в этом плане вообще не парюсь и говорю последний день в Египте, потому что, ну как последний, предпоследний, что завтра, ну у нас еще целый день, но мы завтра уже улетаем. Сейчас мы едем на такой остров, называется он Мохаммед. Давай я отъеду. Нет, типа вон чувак сейчас подойдет и отъедет, который с гостиницы. Ладно. Вот. И Дана говорит, что там прикольно, что там тоже пологий вход для деток, но там нет растительности, поэтому желательно иметь зонт. Ну, я не знаю, у нас есть зонт или нет, взял их, нет, не взял, наверное. Ну, в общем, есть у нас крема с SPF 50, поэтому вот так. И вчера мы узнали, кстати, египтяне очень любят приукрашать свою значимость, вот, поэтому... Нам Мохаммед рассказывал о том, что он владелец, но быть владельцем в таком молодом возрасте все-таки очень подозрительно. Поэтому я спросила у Даны, говорю, Дан, типа, тут же все друг друга знают. И она показала мужу Инстаграм, вот, и он на самом деле, кто он по финансам? Аккаунт-менеджер, это даже не финансовый менеджер, это что-то типа как ассистент. Вот. Ну, нам-то пофиг, нас возят, нам хорошо. Это как бы компенсация за то, что мы попали в плохую четверку. Но мы не ощутили, что она прям плохая, вот именно... не были. Да, потому что мы постоянно нас возят, мы постоянно везде где-то отдыхаем, по пляжам и вот. Ты любвеобильный парень, да? Демка так подрос за эту неделю, ну у меня, по крайней мере, такое ощущение, вот, так прикольно, такой стал классный. Он до этого был просто именно такой взрослее, более осознанный, все понимает, но и балованный чуть-чуть стал, раньше не такой был. Был раньше такой, говоришь, нет, ну нет так нет, а сейчас давай доказывать, почему нет, давай да и тому подобное. Мы сейчас выезжаем на Шарм, выехали уже в сторону Кипра. Насколько я понимаю, мой английский такой, что там бедуины. Вот. И, в принципе, там, где мы будем, там тоже будут бедуины, такие как поселение. Сейчас мы на пропускном таком пункте. Видите, это раз Мохаммед, национальный парк. Пропускная система. Желательно брать с собой паспорта. Вот. Но мы не взяли, у нас есть... Короче, фотографии в телефоне, сказали, что подойдет. Смотрите, какая вода, как на Кипре. Типа все как на Кипре. Ну так потому что похоже, реально. Тут пляж был похож на Кипр, и вода здесь похожа на Кипр. Я просто хочу на Кипр. Что тут непонятно? Да, кстати. Не, хорошая водичка. Сейчас посмотрим. Ну вот, мы уже приехали. Смотрите, какое тут море, с каким входом. Демка уже нашел русскоязычных друзей. Я пока футболку с него не снимаю, потому что сейчас 11 часов, прям обед. Ну, очень жарко. Здесь нету нельзя кохнуть, это ж парк, ничего такого. Вода, конечно. Место я вам показала. Добро пожаловать. А вот там вот можно включить поселение. Ну, конечно, не такое, я представляла себе, что там диких, да? Там дикое поселение бедуинов. Ну, понятное дело, что туда. Вот, но хотелось бы колорит такой. И все для туристов. Хотя тут и местные отдыхают. Идем к развлекухе. Он берет песок и растворяет в воде. Покажи как. Покажи как. Да, вот, нравится. Творческий ребенок. Я забыла, знаете, что взять. Мы так торопились. Ахмед говорит, собирайтесь, чтобы в течение 10 минут, чтобы собрались. Ну, написал. И этот. Я бегу, бегу. Аккуратно на голову, ребята, не на правой. Идем. Поэтому мы быстро-быстро, я забыла взять его, вы знаете, у него есть хлопковая вышиванка с длинным рукавом. Я вот во время обеда всегда его, на него надеваю. Ладно, пойду сейчас искупаюсь. Вода очень классная, очень теплая. Только я не взяла себе главный убор тоже. Шляпу взяла вообще, но ни разу ее не надела. Так не так. Все, мальчик постарше показывает пример. И Дема боялся заходить в воду, теперь смотрите. Почти плавает. Вода вообще классная, теплая такая. Я малого обмазала всего. Ну ничего, нырнул носиком, ничего. Ника напугала его, говорит, там акула, говорит, ты уедешь в Египет, там вся акула съест. И прикалывалась, все, мы уже запомнили. Это какая вода классная. Монстр вылез из воды и напал на мирных жителей. Малышня закапывает норки крабиков. Находят норки и закапывают. Развлекуха. Дема проголодался и топчет картоху. Тут такой стол, а мы такие голодные. Тут картошка, лепешки, салат, мясо и рис. Вот. Еще соус, да. В общем, тут есть не переесть. Да, Дем? Есть переесть. Да, есть не переесть. Наклоняйся над столом. Вкусно? Ребенок, да, ребенок давай. Пришли с Юлей пофоткаться. Конечно, не передаст камера того, что есть. Да, очень красиво. Вот. Я понимаю, Египет на самом деле это пустыня, но классные фотки можно сделать и в пустыне, чем мы сейчас и займемся. Поэтому смотрите мой инстаграм. Что сегодня наш завершающий день в этом отеле и в Египте. Вот. Сейчас пойдем к бассейну, поплаваем. Демка очень стал классно плавать. Еще, конечно, боится сам. Он уже такой, я вспоминаю, когда мы приехали, он прям боялся. Хорошо, а сейчас уже скачет, прыгает с бортика в воду. Ну, правда, ко мне. Вот. Пока я занималась акваэробикой, там есть нянечки, девочки. Вот, так они с Демкой плавали в бассейне, он с этим жилеткой, а я акваэробикой занималась. То есть, в принципе, няньки есть, и я действительно отдохнула, реально отдохнула. Идем купаться. Да, Демка? Да, мы забили. И у нас, я уже говорила, окна выходят туда. Это очень удобно, потому что вон там вот амфитеатр, там всегда дискотеки, играет музыка. И в обед тоже в бассейне музыка, а Демка в обед спит. Я в обед оставляю, ну, кладу его спать, сама иду к бассейну тоже. Вот, поэтому он часика полтора-два спит, и в это время я у бассейна. Сейчас посмотрим, как будешь прыгать. Только подожди, давай мама в бассейн для подстраховки зайдет. В бассейне как-то попрохладнее, на море теплее. Будешь там прыгать или тебя ловить? Ловить или ты там? Там? Ловить? Холодеет. Так отпустишь меня. У него такое злое выражение лица. Ты, как это, помнишь птички Angry Birds? Да. Ты злая птичка. Какая, какая это? Сейчас я тебя догоню. Догоню. Шел седьмой день отдыха. Аня сошла с ума. Давай ты меня догоняешь. Давай, догоняй, догоняй. Молодец, разворачивайся. Давай. Давай, 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 давай. Плыви, вот так ручками плыви, вот так. Да, и ножками. Видишь, как быстро получается? Еще, 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 еще. Не так. Аня думает, что она акула. Все, пока. 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 Ну что, я влог завершаю. Нас Ахмед уже везет на аэропорт. И сегодня вечером мы уже будем в Киеве. Как приеду, сразу смонтирую влог. Вот такой у нас хороший отдых получился. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Египетский контроль египетский, это что-то. Мы проходили его 2 часа, всех разувают, раздевают, и вообще это нервотрепка. Каждый раз, когда возвращаешься из Египта, думаешь, блин, все, я сюда больше не прилечу. Потом проходит время, ты такой думаешь, ну ладно, все нормально. Ну реально, это очень сложно. Такие очереди. Они нас чуть ли не до трусов всех раздевают. Самолете пошел. Но нам повезло, нам дали первый ряд. Оба. Мы в большом самолете. Мы в большом самолете? Да. Да. Вот летишь домой? Нет. Домой. Домой папе. Папе домой, да? И к Нике. Нет. Как нет? Она, я не хочу сестричку, я хочу только папу. Ого, говорит, я не хочу сестричку, я хочу только папу. Как так может быть? Она тебя ждет, она тебя любит. Она меня обижает. А как она тебя обижает? А ну расскажи. По попе дай, и я папу. И ты плачешь? А я ни разу не видела, чтобы она тебе по попе давала. Ты не обманываешь? У него сейчас возраст, он выдумщик. А, я не вижу. А кто ты? Я Демид. Ты Демид? А ты точно говоришь, что она тебе по попе дает? Да. Точно? А я уверена, что если я спрошу, она скажет, что не дает. Да, наоборот. Хочу, то она по попе дала. А я и пакую буду. Говори всем пока. Смотрите фото.